Завтра должны начаться восстановительные работы на мосту в селе Калинино Вурнарского района. Напомню, 10 апреля из-за сильного паводка там смыла опора строящегося моста. Сегодня наша съемочная группа побывала в Вурнарском районе и узнала подробности. Этот мост не просто соединяет два берега одной реки, он соединяет две части одного села. Там находится школа и детский сад, в другой части находятся предприятия и жилые дома. И людям по нескольку раз в день приходится проходить по пешеходному мосту. Основная причина, по которой мост лишился опорных конструкций – бурный паводок. Местные жители относятся к трудностям философски. Давно такого не было. Уж куда деваться? Выход найдем? Ну, это временные, наверное, трудности. Все это пройдет со временем. И мост отремонтируют, и дороги отремонтируют. Так что мы все подождем. Ну, а что сделаешь? Природа есть природа. Если я, например, в райцентр поеду, по-моему, километров 30 круг надо делать. Сейчас, да? Да, так вроде там. Неудобно? Неудобно. Старожилы рассказывают, что здесь давно не было такого половодья. Раньше малый цивиль доходил до домов. Но последние лет 20 местные жители жили спокойно. В этом году уровень реки поднялся на 175 сантиметров. Здесь залив всегда. Всегда сырость, конечно. Каждый год. Вот мы каждый год поправляем и заборы, и столбы, и ворота. Вот здесь мама жила, сестра жила. И всегда вот. А сейчас, как нынче резко, такого давно не было. Такого я, хотя тут вот местный человек, такого не помню. Ну и, конечно, дамба, она временная, она не выдержала, поскольку там всего 4 метровых трубы, которые должны пропускать воду. Соответственно, паводка воды, она не обеспечила пропуск. Ну и в воскресенье же этот временный переезд размыло. Ну и теперь уровень воды спал. И эксплуатирующая организация, не подрядная, а эксплуатирующая организация, вот, если дождей не будет, вот, на той неделе начинает восстановление временного проезда. Конечно, мы извиняемся за причины неудобства. Глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев когда-то сам работал в дорожной организации, поэтому в тонкостях мостостроительства разбирается. По первоначальному проекту предполагалось заменить лишь балки. После разбора основания стало ясно, что замена требует и опоры моста. Проект переделывался, сроки затягивались. 10 апреля пришлось срочно принимать меры. Временный объезд транспортных средств, хотя вот у нас там повыше Большого Цивиля имеется еще один мост, через Сургасы и Шлиазим-Зерму, это в круговую на 10 километров больше получается, но легковые машины и маршрутные такси оттуда проезжают. Грузовые машины и более тяжелые автомашины было решено пропускать через автодорогу Калинин-Шигазаны. В четверг на месте чрезвычайной ситуации побывал председатель Кабинета министров Иван Моторин. Пол шестого утра я приехал, уже все, вдоль трубы пошло вот здесь. 7 метров, 8 метров, потом пришло 15 метров, потом уже 20. По словам Ивана Моторина, вина полностью лежит на подрядной организации, которая не смогла вовремя завершить работы. Было принято тяжелое решение со стороны, в первую очередь, Минтранса, о расторжении контракта с Чувашавтодором. Контракт был в декабре расторгнут. Своевременно подготовлены торги на заключение контракта уже 2016 года. И сегодня отобрана компания, это вот «Дострой», которая планирует по контракту завершение строительства в сентябре месяце. Ну, вот у меня была встреча в среду с генеральным директором. Он оценил объем работы где-то в месяц, месячный объем работы, и считает, что в мае месяце объект будет сдан и, соответственно, запущено движение по данному мосту. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.